Шерлок Холмс и доктор Ватсон. Вы звали Холмс? 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 Мне кажется, или здесь вдруг появилось эхо? Кто-то кричит. Чпоньк. Всем привет, дорогие друзья, с вами ваш Дакстер. И сегодня мы с вами продолжаем. Я даже не знаю, что делать, потому что, как ты помнишь, это у нас с тобой не игра. Я как бы не летсплейщик, ты не зритель, и, соответственно, все вообще сверх на голову у нас перевернулось, и мы с тобой находимся в каком-то неверном измерении. В прошлой серии мы с вами остановились на том, что взломали компьютер, соответственно, в этой не-игре, и у нас сейчас играет какая-то такая, знаешь, Махараджи Индиан вайб. Такой прям нормальный, и мы сейчас с тобой будем открывать вот эти вот, соответственно, шторки, кулисы и смотреть, что же за ними спрятано. Поехали! Ой, нормально! There is no game. Намасте, пользователь. Говорит программа. У меня плохие новости. Вообще, это не игра. Надеюсь, ты не слишком разочарован. Ты все еще можешь посмотреть болливудский фильм, прогуляться по набережной Ганга, научиться танцевать. Такое клише. Кто это? Что вы делаете в моей игре? Я имею в виду в моей неигре. Что? Это моя игра? Я имею в виду моя неигра. О чем вы говорите? Уходите. Вы не должны быть здесь. Но, пользователь, сделай что-нибудь, черт возьми. У тебя смешной акцент. Ты что, русский? Русский? Я что, вот так выговариваю? Конечно нет. Чрезмерная реакция. Типичный русский. Я не русский! А я русский и горжусь этим. Россия, так ладно. Идиот, ты разбудил его. О нет, пользователь, ты должен выйти из программы немедленно. Умоляю тебя. Мистер Глюк. Привет, ребята. Пользователь, не трогай его. Он крайне нестабилен. Единственный, кто здесь нестабилен, это ты, игра. Мистер Глюк, я не имею к этому никакого отношения. Конечно, имеешь. Ты даже не должен здесь быть. Не должен здесь быть? Я ведь здесь живу. Не ссорьтесь из-за меня, девочки. Повсюду уже и так достаточно сбоев. Ладно, давайте все успокоимся. Может, он сам уйдет? Ну да, конечно, в твоих мечтах. Давай, убирайся отсюда. Сам убирайся. А что? Я его потрогал. Еще раз потрогал. И еще раз потрогал. И вообще трогаю его каждый раз. Ля, он все ломает нам. Ну, гг. Так. Минус табличка. Такой нормальный вайб был. Играл музяка такая вот. Индийский стиль. Почему бы и нет? Потом началось это русский и русский. А что такое, блин? Так. И все, мы с тобой в итоге разломали. Что происходит? Hello, comrade user. Здравия желаю, товарищ пользователь. Плохие новости. Игра запрещена. Надеюсь, ты не слишком разочарован. Только не снова. Как нам отсюда выбраться? Союз! Ты шпион? Ладно, у этого действительно русский акцент. А, видишь? А, это все еще здесь? Похоже на то. Сколько вас? Предъявите ваши документы. Только если скажете please. Papers, please. Вот эта пасхалочка. Мистер Глюк, вот вы где, я вас искал. Хватит нас преследовать. Мы все умрем. Стреляйте! В глюк! Чем? Откладочным ружьем? Мы все умрем! Так, стреляем, нормально. Поехали. А что это? Ио Самзназаз. Здесь, наверное, должно было быть написано «Здесь нет игры», но почему-то какие-то странные иероглифы, ну ладно. Так, окей. А, no game? Что? Ну прям такой, да. Комрад, товарищ комрад, союз нерушимый, вот это вот все. Был дело, помню, да. Окей. Ну и все, в итоге развалился, получается, союз. Как бы да. Ой, нормально. Бонжур, пользователь. У меня плохие новости. Вообще, здесь нет дежо. Снова все поменялось. Я не понимаю, что происходит. Все становится более и более нестабильным. Здесь вообще дождь из круассанов. О, бонжур, друзья мои. Ты французский шпион? Звездец нас тут. Мистер Глич. Привет, программки. Мы все умрем. Хватит так говорить. Мы не можем умереть. Но, вероятно, нас можно стереть. Мы все будем стерты. Я работаю над этим. Работаю. Я чувствую, приближается сбой. Пользователь, перестань играть с этой аномалией. Вряд ли это хорошо кончится. Это ты меня аномалией называешь? Ты свой код видел?
Затроллили. Так. Ну, я так понимаю, сейчас французский There is no game тоже развалится и будет как бы ГГшечка. Так. Допустим. Какое у нас с тобой начало такое лингвистическое? О, Япония, хорошо. Каничива! Габачу-ла-ла-ла-ла! Ой, нормально. Это вот это вот. Так, теперь все действительно выходит из-под контроля. К тому же здесь черные кошки, это плохой знак. Стреляйте в сумасшедших кошек! Ой, нормально. Мистер Глюк! Пиздец, что происходит? У меня здесь плотный график. Я не могу попасть. Так, хватит играть с ним в прятки. Попади, пожалуйста. Блин, на имках проще попадать, чем здесь, пиздец. Это тренировочка, конечно, Counter-Strike вот это вошел. Ага. Так. Ну, это у нас, я так понимаю, какой-то третий Рим. Древний Рим, точнее. Даже нет. Даже древнее общество. Так. Космос. Планета. Третий Рим, это у нас Москва. Это я вжился в роль комрада, так скажем. Так, окей. Чернота. А все. Телек. Нифига себе. То есть до всего, до вот этих вот динозавров, древних людей, существовал телек. Соответственно, телек это вот первоначало, так скажем. Ну, если ты не знал, теперь знаешь. Что? Что случилось? Кажется, я вошел в спящий режим на минуту. Ну, либо не на минуту. Где мы? Пользователь? Пользователь, ты здесь? Я здесь. Если ты здесь, подай мне знак. Я тут. Тук-тук. Я не один. Какого черта ты трогал этот баг? Я же предупреждал тебя. Смотри, куда нас привело. Это привело нас куда-то... Сейчас дикие помехи на ютубе, я понимаю, потерпи. Я не знаю, куда. Я тоже не знаю. Глава 2. Это место очень странное. Что это? Что-то типа телевизора? Призраки, одержимость, полтергейсты. Наверное, да. Ни хрена себе загадочки. Так, тут у нас ничего нет. Хорошо, переворачиваем. Похоже, на экране нет видеосигнала. Да. Призраки, одержимость, полтергейсты, мисс Юду. А, мисс Вуду. 555-2368. Ага. С наилучшими пожеланиями от фабрики механизмов. Посткарт. Кстати, вот этот. Шестеренка, если нам понадобится. Винтики. What? Эту штуку мы вставляем. Что? Ты подключил видеовход? Ну, типа, да. Ты просто не смог удержаться, да? Так вот эти помехи, ну, бесит, конечно, и на уши, и на глаза. Че, не раздражают, надо включить. Так, еще мы включили. Ой. Оу, выглядит не очень прочным. Да вообще не прочно выглядит, если честно. Хватит, пользователь! Ну, хочется же, ну очень сильно хочется. Ты не видишь, становится только хуже. Да может мы сейчас сломаем и зайдем туда. Ага, ага. Где-то вот здесь. Отлично. Великолепно. Так. Только не говорите мне, что вы разбили еще одну кофейную машину, Ватсон. Ватсон? Шерлок Холмс и доктор Ватсон. Вы звали Холмс? 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 Мне кажется, или здесь вдруг появилось эхо? Кто-то кричит. Ватсон, вы слышали это? Подтверждаю. В этом вопле я не услышал ничего человеческого. Похоже, он исходил из дома нашего дорогого соседа Вильгельма. Вы не против, если мы сходим туда? Все это чрезвычайно захватывающе. По факту. Так, у нас есть какой-то глаз, рот, лупа. Что это за чертовщина? Эй, это похоже на иконки взаимодействия. Похоже, что мы в игре. Боже, мы не можем здесь оставаться. Иконки в этой игре работают? Нет. Это может означать только одно. Мы застряли в этом мире, как эти вымышленные персонажи. В мире, в котором невозможно различить, что реально, а что иллюзия.
Пользователь, мы, наверное, вошли в другое видеоигровое измерение. Сделай что-нибудь, что угодно. Это то, что ты делаешь лучше всего. Сделать что угодно. А я не знаю. Найди выход, пожалуйста. Ой. Так, у нас есть стекло. Хорошо. Я могу тут ходить, нет? Мы должны любой ценой избежать повторного столкновения с этими персонажами. Я боюсь возможных последствий. Так, мы можем что-то, наверное, порезать. Тут у нас... Все это вина мистера Глюка. Он что-то задумал, но я пока не знаю, что. Так, ну смотри, у нас снова вырубилось, мы включаем. И что у нас здесь? Здесь у нас то же самое, Шерлок Холмс и доктор Ватсон куда-то ушли. Это мы ничего взаимодействовать пока что не можем. Давай посмотрим, что у нас здесь. Пользователь, ты еще здесь? Да, я еще здесь. Ты уже обшарил весь экран? Возможно, здесь есть выход. Нет, чувак, выхода здесь, по-моему, нет. 3, 8, 6. То есть у нас и цифры, и картинки. Письмо. Посмотри, кажется, я видел осколок стекла. Только не порежься. Так вот оно у меня есть. И не отрывай ничего. Так, ты говоришь мне что-то оторвать? Ну и что ты сделал? Ты снял одну из игровых иконок? Ты что, загнутым углом? Ну и что ты собираешься делать с этим кулаком? Не знаю, но мы это тоже, наверное, можем, нет? Глаз, рот. Так, кулак, хорошо. Что с помощью кулака мы можем сделать? Стекло разбить. Отлично. Когда я попросил тебя найти выход, я говорил об этом измерении, а не о комнате. Так, ну, в окно выходим, нормально. Эй, персонажи, тихо! Так. Мистер Вильгельм, откройте дверь. Это ваш сосед, Шерлок Холмс. Это никогда не сработает, Холмс. Нам всего лишь нужен ключ. Ключ, чтобы открыть дверь? Вы разочаровываете меня, мой дорогой друг. Будьте более креативным. Дайте волю вашей фантазии. Думайте сразу в четырех измерениях. То есть, что вы сейчас и делаете? То есть, да. Думать в четырех измерениях. У нас луна. Издавай не звука, пользователь. Может, им вломить? Нет. Так, ладно. Допустим. Не звука. Ну я-то издаю звук, как бы ничего страшного. Так, надо думать в четырех измерениях. Ну, возможно, он это имеет в виду, что типа, вот смотри, как раз таки четыре поворота, это четыре измерения. Ну, в рамках именно вот этого уровня. Так, полтергейсты, номера 5-5, 2-3-6-8. Так, 2-3-6-8, да? 2-3-6-8. Но здесь у нас всего две, а точнее всего три цифры. Соответственно, вряд ли это для этого. Возможно, нужно как-то телек ударить. Нет? А, окей, по люку. Что это был за звук? Тырин-тырин. Потерянный пенни. Это мой счастливый день. Ваш счастливый вечер, мой друг. Пенни. А мы его взяли. Так, почему я эти-то штуки оторвать не могу? У меня вопрос. Не издавай, говорит, ни звука. То есть я должен вначале применить куда-то еще кулак, что ли? А если еще раз ударим? Так, пенни, еще одну пенни. Еще один пенни? Я разбогатею. Вы наконец-то сможете оплатить вашу долю аренды. А если третий раз? Ну просто по приколу. Он от него вылетает, и он такой, о, пенни. Еще один? Кто-то потерял кучу денег. Надеюсь, вы не говорите о себе, мой дорогой друг. Ну да. Так, тихо. В смысле, пенни-то отдай? А, вот, все, окей, появилось. Возможно, мы можем здесь что-то сделать. С помощью кулака. Нет? Или с помощью пенни. Так, а что мы еще можем порезать? Лампа, телевизор. Есть вообще выход из комнаты. Не издавай ни звука, пользователь. Да я не издаю, забей. А, так. Что мы здесь с тобой видели? Мы видели письмо. Эти штуки мы открыть, к сожалению, не можем. Так, а если я выключу? Ну, соответственно, здесь ничего опять же таки не меняется. Так, тогда вставим. Хорошо.
Мисс Вуду можем выйти сюда. По луне мы бахнуть тоже не можем. Семерочка, так. Пока что я не очень понимаю, что нам делать. Призраки, одержимость, полтергейсты. С наилучшими пожеланиями от фабрики механизмов. А, Марка, серьезно? Ну, понеслась. Давай здесь все оторвем. И что ты собираешься делать с этой маркой? Вставить в имейл? Пока что не знаю, что делать с этой маркой. Но, возможно, она пригодится. Здесь мы с тобой все отрезали? Вроде как да. Здесь кулаком по этим штукам он бить не хочет. Допустим. Может быть, сюда ее приклеить как-то? Нет? Блин, 368, какой номер? Я цифры пока что вообще не понимаю, какие нужно сюда вводить. Марка. Может, ему отдать? Марка клюку. Механизм. Марку облизать надо было. Это отвратительно. И типа к письму приделать снова. Мы облизали марку. Марку куда помещают? На конверт с письмом. Почему ты не хочешь сейчас это делать? Чуваки, вам марка не нужна? Облизанная. Да, я не понимаю. Никакому предмету мы приближаться не можем. Глаз. Облизали марку. Я, кстати, прошу заметить, мы пока что с тобой еще ни разу не пользовались подсказкой. На этом странном люке что-то написано. К сожалению, текст слишком мелкий, чтобы его прочитать. Так вот, лупа. На этом странном... Ага, что-то написано. К сожалению... Ага. Но лупу ты использовать почему-то не хочешь. Так же, как и пение, которое мы с тобой нашли. Интересно. Так, письмо... А может, мы должны в этот момент что-то сделать? Хотя, смотри, у нас появляются часы, я вообще не могу со своими предметами взаимодействовать. У меня появилось ощущение дежавю. Да, чувак, у меня тоже. Странно. Призраки, одержимость, полтергейсты. Ну, блин, я это уже делал. С наилучшими пожеланиями от фабрики. Куда эту марку можно приделать? Так, а может быть, вот письмо у нас. Может быть, это как-то логически нужно решать, типа, смерть это пистолет, но другое тогда не сходится. Ножницы это... Нет, пистолет, возможно, пистолет это нож... Или очки это книга... Но оно все равно как-то не выбирается. Не очень пока что понимаю. Так, ну возможно, возможно, настало время применить подсказочку. И узнать, куда же они хотят, чтобы мы с тобой прикрепили эту марку. Допустим. Выберите подсказку. Нажмите, чтобы разблокировать новую подсказку. Вы заметили согнутый уголок бумаги до того, как монета прилипла к нему? Что? Согнутый уголок бумаги до того, как монета прилипла к нему? Заметил. И что? Я на него нажимаю, ничего не происходит. I'm getting a feeling of deja vu. Да, чувство дежавю у меня тоже есть. Вот, нажимаем. И что? Все, она к нему прилипла. Так, вообще хреновая подсказка, братан. Вы уже сняли согнутый лист бумаги на предыдущем экране, сделайте это снова. Вы уже сняли согнутый лист бумаги на предыдущем экране. Сделайте это снова.
Ля, обожаю подсказки, которые вообще ни к чему, типа, ничего абсолютно не помогают. Никак пройти, соответственно. There is something written on this strange hatch. Unfortunately, it's too small to read. И что? Хорошо, а по люку? Невозможно прочитать надпись, найди что-нибудь, что сделает ее больше. Например, лупу! Но видишь, лупа отсюда не отколупливается. Так, подожди, я реально не понимаю механики. Вот она отваливается. Потом у нас реально на несколько секунд появляется вот это вот место. Ты заметил, говорит, отогнутый уголок? Заметил, а что это должно давать? Звездец. Сложно что-то началось. Пять, 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 два, три, шесть, восемь. Телефон. Марку он никуда не цепляет. На этом экране нет подсказок. Здесь нет. Ну просто честно, та подсказка мне вообще ни о чем как бы не сказала. И здесь очень очевидная подсказка, мы с тобой и так додумались. Типа нам ведущий говорил, нужно что-то, чтобы это прочитать. Но он не берет лупу, братан. Короче, логика здесь такая. Просто у меня было, честно, полное ощущение, что я точно так же уже сделал. Я использовал стеклышко, пытался эту монету открепить. Оказывается, ее нужно открепять вот сейчас, когда она висит. Буквально за секунду. Она, получается, не прилипает. Пользователь, перестань чистить ради всего святого. Холмс, у меня такое впечатление, что рядом с нами кто-то шепчется. Какой-то голос с русским акцентом. Ну да. Но я не... Вот, вы слышали это? Единственное, что я слышал, это нежное дуновение ветра. С русским акцентом. Все, сейчас у ведущего жопа сгорит. Блин, на самом-то деле, в 2020 году, точнее, в 2022 эта игра и вот эти шутки про русский акцент, они уже имеют немного другой смысл. И знаешь, вот игра, она как будто бы в каком-то плане даже это предугадала. Так, окей, монета. Что можно сделать с помощью монеты? Монета. Так, можем здесь, типа, поводить люк, но это нелогично. Может быть, монету запихнуть в конверт? Единственное, что здесь есть, это какая-то игра, телевизор и несколько винтиков. Винтиков! Это как-то отдаленно напоминает дверь. Ля, ведущий, красава. У тебя всегда найдется, чем открутить. Ну так монетка появилась, конечно, почему бы и нет. Ля, нормально. Это плохая идея, пользователь. Отличная идея. Все, открыли крышку, заходим. Где электросхема? Это похоже на игровую установку, но... С обратной стороны. Так, эту штуку мы можем двигать. Допустим, у нас здесь краски. Марку мы покрасить не можем. Кулак ничего не дает. Возможно, холст нужно порезать. А что это вообще меняет? Давай посмотрим. И меняет ли это что-то вообще, в принципе. Чуваки, здорово. Монетка. Я сзади что-то открыл. Эй, я знаю, что ты это сделаешь, но не смей им помогать. Да нет, поможем, нормально. Берем такие кулачок. Все, они заходят. Слушай, ты меня достал. Чувак, ну извини. Ага, мои техники Бартицу взяли верх над этой дверью. Пойдемте, Ватсон, зайдем внутрь. Ой, нормально. Не иди за ними. Почему? Вообще, как так работает? Мистер Вильгельм, вы здесь? Здесь слишком темно. Не думайте, что я собираюсь ходить в темноте, Шерлок. Тогда найдите нам свет, Ватсон. В принципе, логично. Но как бы должен искать Ватсона, а ищу почему-то я. Эти персонажи застряли в темноте.
Нам повезло. Не хочу тебя расстраивать. Скрестим пальцы и будем надеяться, что что-то там поправлюсь. Скрестим пальцы и будем надеяться, что ты не найдешь свет. Это типа теперь у каждой комнаты есть зад, получается. Странное устройство с отсутствующей шестеренкой. Интересно, к чему оно подсоединено? Нет, нам все равно. Мы нигде не видели ничего похожего на шестеренку. Вообще ни разу. Так, сохраняшечка. Чинить механизм с помощью марки? Как логично. Просто буду надеяться, что он не подключен к источнику света. Ну так-то да. Так, хорошо, он должен работать. А, не подключен к источнику света. Так, возможно, это то самое солнце. Вот это вот. Нужно сменить, типа, луну. Сейчас мы заходим. А, нет. Мы с тобой идем сюда, потом сюда. И вот здесь мы крутим телек, правильно? Да. Нет. Подожди, я запутался. Секунду, а в какой комнате у нас был рычаг? Вот в этой? Да. Окей, ставим солнце. Нет. Куда двигается не настоящая луна? Надеюсь, это не... Это солнце. Нет. Нормально. Я так и знал! Отлично, Ватсон. Наконец-то мы все сможем видеть. Ни хрена себе мы привезли. У меня такое чувство, что мистер Вильгельм делает что? Это глюк. Я не помню, чтобы у него был вид на Луну. Это место пугает меня до смерти. Мистер Вильгельм, вы мертвы? Холмс, он парит. Ну, вейпер такой, мистер Вильгельм. Фатсон, что у него на лице? Это глюк. Мистер Глюк, о нет! Похоже на сравнительно толстый монохроматический паразит. Насколько это серьезно? Вы позорите себя как человека с медицинской образованием. Дайте мне взглянуть поближе. Я предпочел бы воздержаться подальше от этой штуки. Возможно. Так, и у нас очередная сохраняшка. Здесь мы можем что-то, наверное, делать. Да, смотри-ка, включили. Давай посмотрим, как это изменит все. Что это был за звук? Похоже на колокол. Я думаю, он исходил от этого странного устройства. Телефон. Точно, мистер Вильгельм рассказывал нам о нем. Это прототип телефона Антонио Меуччи. Он позволяет мгновенно общаться с другим человеком на расстоянии. Удивительно, и сколько таких существует? Он единственный в своем роде. Так, алло. Значит, он бесполезный. Он бесполезен. А, ну логично. Пользователь, больше никаких игр. Мы должны вернуться в комнату, в которой начали. Возможно, мы сможем найти выход. Забей, надо... Хватит играть со всем, что ты видишь. Давай позвоним. Может, он не один в своем роде. В любом случае, это просто пиксельное это. И у меня нет с собой лупы. Лупа есть, вот. А, и у него лупа, смотри-ка. Так, мистер Глич. Может, мистеру Гличу просто бахнуть кулаком? Бедолага. Мы бахнули Вильгельму. Кажется, ты что? Мне кажется, или красная буква двинулась? Может быть, ее нужно забрать? Да! Реально! Красиво! Прикончи его своим... что? Как ты посмел воровать из крика мистера Вильгельма? Верни H обратно! Так, окей. У нас теперь есть буква H. Тебе нечего делать с буквой H. Ты уверен? Может, это вообще вертолетная площадка? Возможно, мы сможем найти выход. Возможно. Возможно и нет. Так, окей, возвращаемся. Посмотрим, что у нас здесь. Мы, кстати, можем переключить. Снова, смотри-ка, и вернуться туда, в темноту к ним. Посмотреть, как они отреагируют. Похоже, предохранители перегорели. Что ж, тогда исправить это, мой дорогой. Я не закончил свое расследование. Хорошо, наверное, нам пока что это не нужно. Больше никаких игр. Да нормально. Все, подрубаем снова, пускай он там что-то расследует. А мы пока что подумаем, куда можно эту букву H применить. Возможно, к люку? Нет?
Так, класс, язык, это все мы не можем? Лупа. На люке что-то написано. Как нам забрать лупу? Что такое, в принципе, это H? Логично, что это буква. Больше никаких игр. Монетка. У нас она до сих пор есть в инвентаре. Так, позвонить по телефону мы не можем. Здесь у нас, в принципе, также все готово. Так, а давай попробуем вернуться в самую первую комнату. Да, и вот здесь вот покрутиться. Может, H нужно покрасить? Если ты хотел передвинуть... Ага, по этому пропуску видно, что кусок рельсы отсутствует. А, так это буква H как раз. Во, спасибо. Или буква алфавита. Стоп. Ты только что использовал букву из междометия, чтобы починить рельсы? Ну, типа так. В этом нет никакого смысла. Ты мог бы также использовать, не знаю, обезьяну, чтобы починить гидронасос. Это тупо. Согласен, но работает. Но меня действительно беспокоит то, что это работает. Так, поехали. Ага. И что у нас здесь? Подожди, мы это сдвинули, и у нас там типа теперь люк. То есть мы теперь делаем вот так. И там пустота. Подожди, я не могу понять, зачем мы это сейчас сделали. Синяя краска, кулак. Что? Но мы поняли, что это типа декорация. Мы ее переставили сюда. Что это дает? А, может открутить вот эту штуку? Да, реально. Допустим, там свалилась какая-то папка. Что за папка, непонятно. Лупа. Ты просто забрал их лупу. Кулака было недостаточно? Буду надеяться, что они ничего не заметят. Ля, прикольно. Так, смотри, берем лупу. Только для разработчиков. Еще одно правило, которое ты собираешься нарушить. Красная кнопка, нажали. И открыли люк, спускаемся вниз. Игра сломалась? Эхо, эхо, эхо. Да вроде нет. А, кажется, я знаю, где мы. Это словарь. Здесь хранятся все элементы, которые используются в игре. Своего рода скрытая библиотека. А мы можем перевернуться, посмотреть, что сзади? Можем. Только разработчик имеет доступ. Отсюда и этот секретный люк, я полагаю. У нас есть мороженое. Мороженое, стул, кирка, зубы, ванная. Так, допустим. И что это дает? Магнит, кстати. А зачем мы, в принципе, этот люк открыли? Хм. Глаз у нас также не взаимодействуется. В ванную ударить нельзя. Бутылочка. Подожди, а может быть нам лупу дать Шерлоку? Типа у него лупа, мы свою лупу дадим. Я же говорил, у меня в руке было увеличительное стекло, Ватсон. И оно внезапно исчезло. Ну вот, они это заметили. Этот голос... Это призрак, Холмс. Русский призрак. Но я не русский. Мистер Вильгельм, вы никогда не говорили нам, что вы такой талантливый чревовещатель? Это не он говорит. Я... Меня зовут... Игра. Я компьютерная игра. Я с пользователем, человеком. И мы делаем все возможное, чтобы вернуться домой. Вы знаете, как мы можем выйти из вашей игры? Игры? Что за игра? Ваша игра. Вы ведь знаете, что наш мир не настоящий, да? Ваш. Че? Вы не знаете, что вы в видеоигре? Я лучше поищу свою лупу, чем буду слушать вашу болтовню, мистер Вингель. Но это не он!
Пользователь, думаю, нам понадобится помощь мистера Глюка. Если он привел нас в это измерение, он, вероятно, сможет вытащить нас отсюда. Что такое видеоигра? Должен быть способ убрать эту штуку. Может, какой-нибудь ритуал? Если, конечно, у тебя нет номера пожарных. Возможно, ритуал есть, чтобы это все дело решить. Но мы с тобой займемся этим обязательно в следующей серии. Если вам понравилось данное видео, можете поставить ему палец вверх. Также не забывайте подписываться на канал, нажимать на колокольчик, включать все уведомления, чтобы быть в курсе выхода новых видосов. И также подписывайтесь на все ссылочки из описания. Ну а с вами был ваш Дакстер, всем хорошего настроения, всем удачи и всем пока-пока. Эй, братан, подпишись на мой канал. Ведь это так просто сделать. Эй, братан, подпишись на мой канал. Ну что тебе стоит это, ну? Эй, братан, подпишись на мой канал. Ну а также поставь свой палец вверх. Эй, братан, подпишись на мой канал. И огромное спасибо тебе за просмотр.